Ребята, всем привет! С вами крошка Настя. Короче, это видео у меня про новости в Adopt Me. И буквально позавчера разработчики у нас выложили новое видео, где показали и рассказали, что появится в нашем новом обновлении. Давайте же я вам поскорее покажу это видео. Самое первое, что они выложили, это было примерно неделю назад, вот такое вот видео, по которому мы видим вот такие крылышки, и можно было догадаться то, что это новый питомец, ну или же обновление с крыльями. Я сразу подумала на крылья, и я была права, но я не ожидала то, что у нас так сильно изменится локация там, где продают крылья, и то, что там появятся новые питомцы. Давайте же я вам поскорее это покажу. Смотрите, какая обалденная локация у нас теперь будет. Вот тут вот у нас можно будет приобрести два боксика с крылышками. Там будет по 6 новых крыльев в каждом боксе. И посмотрите, у нас добавят вот такого вот питомца за 2500 баксов. И вот такого вот самого милого питомца свечку. Он будет стоить, к сожалению, 1000 робуксов. И я его не смогу купить, так как мне не хватает. Я уже потратила все робуксы на всякие обновления, на разделья. Но ничего страшного, зато я обязательно сниму видео про трейды на вот этого питомца за 2500 баксов. Мне на него хватает. Я еще постараюсь накопить на неонку, но не обещаю, потому что на нее нужно целых 10 тысяч баксов. А у меня столько нету. Я не знала то, что появятся новые пэты, тем более за баксы. Но ничего, я думаю, за обычного питомца, тем более я ему дам родельку, за него будут в первые минуты обновления предлагать классные трейды, потому что 2500 баксов не у всех есть, не каждый может его купить. Так что я думаю, трейдики будут прикольненькие. Может быть, я даже на что-то затрейжусь. Ну ладно, ребят, копите баксики, если вам не хватает. Питомец реально прикольный, вы сможете, может быть, за него что-то получить, если успеете его потрейдить в первые полчаса. И пишите в комментариях, как вам новый питомец свечка. Мне он очень понравился, мне кажется, это самый милый вообще питомец, который у нас был. Но опять-таки очень обидно то, что он стоит целых 1000 робуксов. Ну, ладненько. Вот такое вот видео получилось. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайк и не забывайте подписываться на мой канал. Всем пока-пока, ждите новых видосиков.